Здорово, добро пожаловать в «Космофобия» с Олегом, с Дашей. И мой ключик еще играет. Добро пожаловать, друзья мои, рад вас всех видеть. Сандра Миллер, поехали. Это будет либо бабулька, либо зубастая, либо девочка в пижаме, либо мелкая. Так, сейчас скажу. Либо детство. На первом этаже справа, под лестницей. Ну вот приятно, когда тиммейт тебя... Какой быстрый парень. Нормально, смотри, он просто ураган. Принимает активность, угу. Да. Смотри, он дежавю, и его след уже простыл. Его уже нет. Дежавю. Сколько серий назад это было? Дежавю ваше. А, все, извините, я больше не буду, извините. Все, вот смотрите, я по губам бью себя, все. Вот, красавчик. Так, просите сразу знак. Мыло нет, мужик сказал, мужик сделал. Дай нам знак. Давайте разделимся. Я на левое крыло, вы на правое крыло. А я в центр пойду. Подожди, так Женя пусть направо тогда тоже, или я направо. Я пойду в скамейку, упрусь сейчас и буду 5 минут Спасибо. Стоять. Дай нам знак. Ты Дай здесь? Нам знак. Дай нам знак. Знак. Покажи себя. У меня на микрофоне справа снизу тишина. Дай нам Может, знак. Сверху? Дай нам знак. Я обхожу все крыло, можете... Звони. О, сверху. Сверху. Где-то сверху. Не факт, да. Почему? Сверху, почему? Сверху, сверху. А там крыло есть... Сверху-сверху, Олег, да, сверху. Да, сверху-слева. Сверху-слева, да. Идем. Пошли. Она услышала меня, видишь? Она реагирует на меня. О, это твоя дама. Так. Так. Все может быть. Куда? Дай нам знак. Покажи себя. Ты тут? Где ты? Мне сказали, что голос знакомый. Ну, то я же говорю, ты диктор. Нет, да. Так, тут закрыто? Диктор фазмофобия. Закрыто. Дай нам знак. Дай нам знак. Где ты? Почему меня всегда смущает эта фраза? Где ты? Мы ищем ответы. Тебя смущает фраза «Где ты?» Жень, не уходи далеко. Давай, ты там стой. Я здесь. Да нет. Давай. Мы рассортируемся, услышим. Давай. Мне кажется, так, здесь... Давай, ты первый. Говори, я потом скажу. Дай нам знак. Дай нам знак. Дай нам знак. Ты здесь? Какая-то... В двери открытых нет. Нет, открытых нет пока. Давай по очереди. Давай. А, так вы тут? А, нет. Ну мы рассортировали себя, смотри, там и там. Чтоб слышать нормально. Дай нам знак. Дай нам знак. Гевса. Блин, может, она внизу звонила. Гевса. Хорошо, стойте здесь, я пойду вниз в это же крыло, только снизу. Давай. А вы кто с термометром? Я с термометром. А, Олег. И что тебе говорит? 9 градусов, ну это мало. Звонит, где? Звонит вообще в другом. У вас? В другом крыле? Вообще в другом крыле, наверное. Не может быть другое крыло. Молодцы. Вообще вдалеке. Мы с тобой пошли вправо, не влево же пошли. Влево пошли. Странно как-то. А может быть, она вообще где-то в спортзале? Как влево, если мы пошли направо от лестницы? Дай нам знак. Кто со мной на втором еще? Да не здесь. У вас трое было на втором этаже. Ну вот нас сейчас трое. Дай нам знак. Кто знает, Женя, ты? Я пошел туда. Знаете, мне кажется, что на будущее, я имею в виду. Жень, тебя там окликнули. А. Что привет, школа — это идеально для этого, для без Дискорда, ну, на будущее. Дай нам знак, да. То есть узнали всех, кроме меня, да? Ну, классно. Ну, ты же не разговаривал с нами здесь. Я же вам с вами говорил, дай нам знак. А, блин, нет, я имею в виду, он, Женя, рядом прошел. Все, я обиделась. Сказала бы Даша, но ее узнали. Дай мне знак. Надеюсь, что детство было хорошим. Дай нам знак. Хорошее детство с нашим голосом. У меня уже, по-моему, правый глаз потек, но я боюсь, что это из-за призрака. Бачок потек? Знак дай нам. Дай нам знак. Глаз. Ребят, с вас лайк. За что, за глаз потекший? Да. Поддержка моего глаза. Ладно, я подставлю за это. 9 градусов. Я вас тоже пойду лайк. 13. Хорошо. Ладно, я буду заходить тогда. Что? Что, фигли ота. Что, нашли? Ты же показалось. А что ты окаешь-то? Дверь приоткрыта была. А что окаешь-то? А что ты окаешь-то? А что? А у тебя есть термометр? Косточку нашел, кстати. Слушай, иногда в комнатах с косточками как раз призраки. 10 градусов, 11 даже. My friend. Жень, а где ты увидел? Я в другом крыле. Что-то приоткрылось. Приоткрылась дверь у меня. У меня дверь приоткрылась на первом этаже. Опа, на первом этаже. Какое крыло? Левое крыло. Левая. Ну это как вы зашли налево? Налево? Да, налево. Блин, а мы вправо. У меня все есть. Есть комната. Олеж, тебе привет. -4. Привет. -4, привет. Привет, минусовочка. Бабушка ко мне идет, но не убивает. Нормально. Да. А, таки бабушка, таки я угадала. Да, бабушка. Значит, ты на первом этаже. Какое-то левое крыло. Левое крыло у нас там. Левое там, но не... Левое — это противоположное правому. Логично. Я буду вас встречать. Она сама дверь открыла при мне, нормально. Вот. А, то есть бабушка приглашает. Видно, да? Видите меня? На пирожке Олежика зовут.
Да нет, это самое. Это учитель литературы. Сомнительно, конечно, за пирожки там, но в принципе да. Короче, я она, здесь. Она, наверное, не шумит? Алло. Короче. А этот самый, он с большим микрофоном. Я буду. Я тут, идите ко мне, я здесь, люди. Он с микрофоном направленным. И самое интересное, надеюсь, что микрофон ничего не показывает. Надеюсь, вы меня услышали. Слышали, да. Напиши в дневнике что-то. У меня просто ничего нет больше, только минусовка. Так, а ты где? А. Ой, туалетная? Блять. Спасибо. Ой, ребятки, ой, беда. Прямо и направо, За мной. Комната. Дверь. Мой любимый кабинет без двери. Именно угораздило сюда залезть. Так я же говорю, следующий. Ладно. Дверь закройте, пожалуйста. Ладно, буду бегать от нее. Ладно. Ой-ой-ой. Вон она мимо прошла. Мимо пошла за вами, Даша. У нас закрыта дверь. Ничего не знаю. Что, за кабинетом не убьют, если я за столом? Да не должно. Говорят, что за кабинетом... Блядь, она отсюда. Она ко мне пошла. Иди нахуй. Пошла отсюда. Как? Ты же убежал в другую сторону. Да. Я бегу. Пожалуйста, это не Ревик. Я бы не убила, блядь. Опять я сдох вначале. Да заебало уже. Что ж такое-то, а? Че, убираюсь себе первый? Какого хрена? Не прошло и 5 минут в школе. Блядь. Какое-то ссанное проклятие. Я главное... Я ее нашел, эту старуху. И она меня, короче, убила. А тебе мстит. У меня есть рация, надо с ней поговорить. Сука. Она в телефон звонила, да? Значит, это какой-то кабинет вот здесь. Скорее всего, вот здесь. Я да? бросил там дневник. Что значит, скорее всего? Там дневник. Ой, дневник лежит. Да, дневник на полу лежит. О, минусовочку помечайте. Ты здесь? Женя, алло, я же сказал, минусовка сразу. Фар, ответила. Ку-ку, ребята, вы чем слушаете? Ку-ля-ля, я, видимо, прослушал. Вон она идет ко мне. Пошла в задницу, корова. Так, печаль совсем, есть да. две улики, получается, минусовка есть и фар, ну, в смысле... Фига, она прям пошла. Надо было фоткать ее, она долго ходила. Жень, сваливаем. Я пошел, да, сейчас беги. Иду. Просто беги, я, по-моему, ускорилась, я, по-моему, силой бежать? Быстро... Атаки же вот не прямо. Беги. Прямо. Вон радио, Жень, вон из комнаты радио лежит, поговори. А, мы же ответили, я же сказала фар, ребята, ответил фар, радио. Да. Алло, ку-ку, ребята. Женя, выходи. Зачем? Мы же еще предметы принести. А что надо вам, скажите? Призрачный огонек посмотреть. Инфракрасник я принес. Минусовка. Это мираж, Мара, демон. Класс. Это мираж, Мара или демон. Подожди. Подожди, а блокнот не писала? Идите смотрите, не знаю. Призрака нет смысла. Атака! Аригато. Это ой. Ты ей? Да. Жень, я тебя прошу, спрячься. Да жив пока. Но ходит мираж быстро. Мара. Так, она из другого места появилась. Так, минусовка радиоприемника. Прикол в том, мираж, что я нет Мара. Там уже. Демон. То есть не тот кабинет? Нет, кабинет тот, просто она где-то еще появляется. Надо бы таблетки выпить, наверное. Потому что здесь ее нет в коридоре. Ой, совсем плохой вообще рассудок. В коридоре нет, слышишь, баб? Да, надо выпить, сейчас еще и Женя принесет. О, она знаешь, откуда пришла? Она пришла вообще из другого конца. Да, конечно. Так-с. Не, Женя, я сейчас принесу. Тут никого сейчас, нет. Сейчас еще не сдохну. Так, мираж. Мираж. Ой, лишь бы мы сейчас пережили эту школу. Отпечатки рук, либо что, мираж, вдвоем либо взять? Мара, давай да. попробуем, но у нас мне не получалось ни разу. Почему всегда, когда я умираю, вы начинаете багами пользоваться? Я не пользуюсь. Угу. Женя, выходи. Я хочу, Женя подождите. Только пришел, и вы говорите, Женя, уходи. Да. Я говорю, Женя, приходи. Напиши что-то в дневник. А, так Женя... Напиши в блокнот. Я в школе. Так, Жень, тебе на таблетки выпить. Жень, возвращайся, таблеточки, поднимаем рассудок поднять. А что без таблеток? Не можете уже, все. Давай, Жень, что ты вот это на соблазн пошел? Давай серьезно, как нормальный мужик, без таблеток. Надо выпить, у нас 20-ка была по рассудку. Очень низкий рассудок. Бля, хорошо. То есть у нас должен быть под сотку рассудок. Так, надо МПшку искать, она где тут так, еще. А где камера? Где камера стоит? Справа. За тобой прям. Я тогда вот здесь, в этом углу поставлю, потому что тут же эти огоньки по-дебильному летают. Так, МП3. Я вот так поставлю, да и все. Do something. Show yourself. Give us a sign. Can you do something? Yes, I can. Yes, I так, can. Так, МПшку можно тоже кинуть у камеры. Так. Поищу огонек. Как успехи у вас, выживальщики? Успехи пока отпечатки. Плохо пока, да? Очень плохо пока. Отпечаточки еще. Так. У нас не было ни блокнота. Вообще, я умею говорить по машине внутри. Да, там же можно посмотреть по активности.
Мне кажется, надо еще отпечатки походить поискать. И вы опять все свалили, да? Нет, я вообще-то здесь я хожу. Пошел. В комнате никого нет. Я хожу, отпечатки хожу, по школе смотрю. А, и как? Ну, надо в кабинете. Не обязательно. Да. Жень, сколько серий уже? Она могла потрогать любую дверь. Она могла потрогать тебя, Жиёк. Да, Жень, давай я тебя тоже просвечу. Не надо меня трогать. Ну, бабушка старая, что и терять? Мне не хочется что-то терять. Так. Ладно, бабушка. Что там по огоньку? По огоньку. Сейчас скажу. Класс, никого нет. Все куда-то разбежались. Все я свалили. Хочу посмотреть. Черти полосатые. Угу. У нас есть вариант на... Есть огонек. Замечательно. Мне нечего было ходить. Да ладно. Там. Так. Да, все уже, огонек готов. Мара. Это Мара. Шмара. Мара. Мы не выполнили нифига. Почти. В смысле, вообще ничего не выполнили? Ну, одно задание обоссанное, и все. Удачи вам выживать, как говорится. Сбежать. Удачи выживать. Попробуем сбежать. Попробуем. Да, попробуем. Это заканчивается обычно чем? Ну, так и будет. Да будет так, сказал. Почему? Вот так. У нас есть призрачный минус, и этот Фарон написал. Сам сказал, получается. Сам себя мудаком назвал. Молодец. Сам посмеялся. Так, хорошо, пойдем тогда бегать. Ну, я тоже поржал. Ну, вот, хорошо, двойне тогда. Так, Жень, а ты где? В школе. Ну, это хорошо. Иду к призраку. В игре Фазмофобия, да? Кооперативный ужастик на 4 человек. В Стиме. В Стиме, да? В Стиме, да. Прорекламировал так хорошо. Я вот топчусь тупо на месте. Вот. Хоть зачем? Кого-то я увижу из вас троих. Но здесь. Мы заходим. Мгновенно. Ну, я только Женю вижу. Я тех двоих вообще не вижу никогда. Они ходят по углам. Пошли таблеточки подюпаем. Пошли то поделаем. Таблетки, да. Там, съешь по 6, по 7, по 8. Зови ее давай, фоткай. Дай нам знак, иди сюда. Сандра. Покажи себя, я тебя хочу убить. Ты ее хочешь? Она уже мертва, Жень, я боюсь тебя разочаровать. Я дважды хочу, изгнать хочу. Дважды, это если дважды убить, то оживают обычно. Нет, я хочу изничтожить. Сколько МП? Где она там? Где? Да все уже, Олег, это ж Мара. МП уже не надо. Надо сфоткать его. Убей нас, убей. Фоткай меня, нет. Фотик только у меня? Давайте, каждый пусть в угол станет, и кто-то точно сфоткает ее. Сандра. А, да. Покажи себя. Покажи себя. Покажи себя. Покажи себя. Покажи себя, бабулька. Да не звони, а покажи. Покажи себя. Покажи себя. На закате дня. Покажи себя. Покажи себя. Покажи себя. Show something. Покажи себя. Покажи, явись. Сталкинг Женя, у тебя подразумевает камера есть? Хоть что-нибудь, да, конечно. Покажи себя. А? Явись. Я вовесь во внимании, что там, Олег? О, тихо-тихо. Покажи себя. О, покажи себя. Покажи себя. Покажи себя. Что-нибудь о чём-то заговорить? Покажи себя. Что там, Олег? Я весь во внимании. Явись. Мне так похуй, да? Да не звони. Сфоткал. Она как учитель, все нормально. Посмотри. Удачи. Есть еще фото. Женя, это как раз селфи с ней. Что, сбегаем, не бойтесь. Удачи, сталкеры. Бежим налево и наверх. Как раз по лестнице. Женя, ты куда? Домой. Женя, а сбежать? Не а хочу. Может, ты ее интересуешь? Я уже сбегаю. Я избегаю. Ну что, поехали? В смысле, сбегать не будем? Вы же не выполнили задание. Убей нас, короче, пока. Она, кстати, светлая. Да не, можем побегать. Так, а что ты, сбегая, кричишь назад, чтобы убили тех, кто не сбежал? Не знаю, интерактив. Спасибо. Ты хератив какой-то, скорее, больше. Почему? Ну ты руинишь катку. Блин. Не руиню, я ты подставляешь своих товарищей и тиммейтов по команде. Интерактив, изюминку вношу. Изюминку? Угу. Да. Она свет вырубила. Изюминку вношу. Иди включи. Не очень смешно. Алло, алло. Салют, Пикассо. Так, что там? К чему это было, Жень? Не знаю. Женя, как там тебе в машине? Отлично, комфортно, тепло со светом.
А помнишь, как Hunt Corporation, Ghost, Bob, Non-Stop, там они прям в машине бегали. Прям к тачке. Да, это вообще кайфово. И тачку трясли еще, били в тачку. О, огонек летает, прикольно. А, ты тоже в машине? А ты что ожидала? Что я буду весь ролик, меня вначале убили, стоять, втыкать в стенку, что ли? Да. Думала, ты с нами побегаешь. Так бегал, с вами туда-сюда, 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 да? Какой смысл? Удержание это, будет 3 копейки, нам... блядь, на этом. Угу. Смысл манцевания, да, туда-сюда угу. бегать? Не, надо экшен. Надо изюма подпустить, как Женя сказал. Жив? А где он там был? Выдавить изюм. Изюминку даванул. Женя, сработало? Нет, а, да, сработало. Сработало, сработало. Возвращайтесь, сталкеры. Сработало, сработало. Все сработало, выходите. Ищите выход. Супер. Сейчас идем такие, и начинается атака. Атака. Через раз, два, три. Женя, я уже вышла, все. Ну, парень, ты не вышел. Тебе же главное, чтобы меня тут сейчас это попугал призрак. Попугал. Я ж поору. Он-то орать не будет. Королева все это попугал призрак. Призрак попугал. Ну, типа, наверное, она якобы нас почувствовала. Какой особенно меня она почувствовала. Чем вы несете там вообще? Ахинею. Какую ахинею? Какую-то дичь не несете вообще, бред. Спасибо. Порыгала, изюб подавила, да? Супер. Бабка молодец, да, пройдоха? Так, Мара, шмара, просто изи. Она его глотает просто, она даже не жует. Уезжать? А, вот поэтому летает потом. Будем уезжать, да, тело только мое притащите сюда, пожалуйста, хотя бы. Бросайте друга, блядь, на произвол, я буду гнить в этой школе старой. Все, поехали, Мара. Поехали. Ну, Олег, мы за тобой вернемся обязательно. Но уже в следующий раз. Ты сейчас как политики прям говоришь. Верю каждому твоему слову. Я сделаю, только выбери. Да, конечно, выбери меня. Выбери меня. Это Мара. Вау, 255. Хорошо. Ричард, где фонари обоссаны? Вам не хватило? Все, Женя, Женя, мы все положили. Обоссанство. Подожди. Ладно, я понял вас. Включается внизу слева. Для Манежа Панза. Подождите, я покупала. Покупала. Я докупала. Все покупали, да. Мы вообще-то... О, что-то левитирует. Жук-жук, быстрее, жук-жук. Быстрее, жук. В итоге говна на палке взял. Ладно. Игроки. У меня опять глаз течет от смеха. Кто левитирует? Куда ты ушла, Даш? Я свет пошла. То ли девушка, то ли видение. Деревушка? Как? То ли двушка, то ли видение. Да? Да. Кому повезло? Дай нам знак. Дай им знак. Убей, убей их, тех, это как ищу, ищу не девушку, да, а ищу двушку. То есть вместо поиска девушки снял квартиру, получается. А в квартире девушка. Кстати, 3 градуса. А, уже 7. Yes, I'm here. Возьмите, кому надо. Фонарик. Будь здоров. Рыгал! Утку задушил. Дергал! Вы слышали, что он так все рыгал? Я чихнул, да, что никто не рыгал. Утку задушил. Фонарик, на, уважаемые. Уже не надо, оставьте себе. Да им хватит фонарик. Я всегда хожу с плохими. Я всегда с собой хожу. Камеру. Ты где рыгал? Дай нам знак. Так, мне пока что на кухне была троечка. Кто? Беда. Тут 3,9, может быть здесь? Ты далеко, ты близко, ты молодой, ты старый, ты сосиска. Ты рядом, ты близко, ты мужчина, ты женщина. Сосиска на вписке? Ты друг, ты враг. Что ты здесь забыл? На вписке обычно больше сосисок. Зачем ты здесь? Ты рядом. Чем киса? По-моему, тут 3 градуса. На каждой молодой вписке есть две киски. Есть сосиска. Топает. Это я. Здесь, ты рядом. Ты молодой. Что? Ты старый. Кто? Да выйди отсюда. Ты молодой, ты старый. Выйди, разбейник оттуда. Ты рыбы. Ты рыбы. Ты молодой, ты старый. Ты ребенок. Ты женщина. Что это было сейчас? По-моему, упала тарелка. Ты молодой, ты старый. Ты ребенок, гости придут, ты женщина. Значит, скоро. Только что упала тарелка. На счастье. Так. Ну и чё, не хочешь, не надо? Пошел в жопу. Так что я перезагружу термометр. Нормально пообщалась? Достойно? Топает здесь. Топочка за свои деньги-то получилась.
5. Ты старый, ты далеко, ты молодой. Скажи что-нибудь. Поговори со мной. Очень интересно. Поговори со мной. Поговори со мной. Давай, вот мне такой голос понравился. Давай. Ты старый, ты молодой. Пойду меня это не остановит. Скажи что-нибудь. Хочу играть с тобой, да? Ты, наверное, не такой. Тайный знак. Косточку. Не-а. Ищем. Может на втором быть. Нету. А вы уверены, что именно здесь эта комната? Он там топал и было... Абсолютно нет. Нету. Это деревянный дом, он топать может где угодно. Абсолютно нет. Тут каждый сучок звук издает. Каждый сучок или каждая... А, ладно. Шутки пошли, смотри. А, Даша попыталась, ну молодец, это похвально. Давай еще раз. Спасибо. Давай еще, давай. Еще. Не особо хорошо получается. Чего? Как изюмчик, как бабушка-то в той карточке изюмчик давила. Вы сами со своими изюмчиками. Внизу, да? Выдави изюм. На первом этаже, где конвектор? Хорошо. Конвектор? Где свет включается? Я конвектор, мы восстали. Куда вы восстали? Из пепла ядерного огня восстал конвектор. Конвертер? Конвертер. Так. И чё? И чё, нормально что? Всё, пока. Всё, Дашечка? Ну, я поставила камеру, я принесла... Ноль улик, да? Улик нет, правда? Улик. Пока нет, извините. А ты не хочешь их тоже поискать? Нет. Улик. Ну, не надо. Я наслаждаюсь процессом. Так. Жень, что ты тварь? Нафига? Призрак сюда никак в жизни не зайдет. Придет. 10. Покажи себя. Что такое? Атака? Что, атака? Я на чердак побегу. Удачи. Ага. Так, проверим, там можно багнуться на той лестнице еще или уже не надо. Баюзеры кругом. Пауза нами идет. Кругом баюзеры. Походу у меня опять пиздарики, блядь. А кто с кем я? Куда ты зашла? Ты нафига сюда? Я же здесь. Все, меня сейчас опять убьют, блядь. Кого убили? Мы же закрыли дверь. Она шла целенаправленно за мной. Я слышу, что дух. Где появилась-то в итоге? Мы с... Нет, на второй, на первом. Минус Дашка. На первом. Все. Где ты? Она шла за нами. Покажи себя. Все, минус Даша Ленчик. Дай нам знак. Толик, то ты, то я. Теперь у нас сосисочная пати. Давай. Ты можешь сказать, что она шла с первого. Я не знаю, откуда она шла, я бежал просто. Шла. А я не буду вам подсказывать. Не подсказывай. Вы мне не хотели подсказывать. Давай, Дашка. Какой дневник дели? Я перенес его. А куда? Нафига, Жень, он же тут. Да серьезно, что ли? Две рации. Не может такого быть. Так ты далеко, ты близко. Соль и свечка надо. Да соль и свечка. Кто будет соль, кто свечку? Соль я проверьте, уже принёс. Проверьте камеры. Так, ты тут, ты добрый, ты злой. Ты далеко, ты близко. Камеры чекните. Блять, ну нахер, ну нахера, ну нахера. Нахера ты опять появляешься, тварь, блять. Да ты издеваешься опять, голый! Чё ты так кричишь? Чё за у тебя маниакальность на голых мужчин? Голый призрак. В смысле, ты чё? Дурак? Быстрая он сбросил... Кто дурак? Я дурак? Чё ты дурак он... у меня? Нет, он сбросил... Кого? Он сбросил бутылку, он зашёл на кухню и бросил что? Бутылку и пропал. Набухался и пропал. Он просто знает, с кем играть, бутылку бросает. Слушайте, можете бутылку, кстати, сфоткать? Может, как взаимодействие? Вы поставили фотик вообще-то? Да. Да, посмотри, пожалуйста, я на кухню направила. То есть он шёл за бутылкой. Да, сбросил. Перенесите сюда дневник. Есть нафиг аура, вы... помечайте. Аура есть, помечайте. Я же говорила. А как он так быстро атаковать перестал? Я, вот такое убил. Вот. Не, он бутылку... Скажите, что бутылку сбросил. Так. Так. Дневник перенесите. Бутылку сбросил. Ты думаешь, он в этой комнате, да? Да. Косточку сфоткали. Что там у нас осталось? Походу. Свечку надо потушить. Давай, есть зажигалка? Бери. Голые приключения. Дневник тюкать, перенесите, да? Пожалуйста. Сейчас пойдем. Сейчас перенесем все. Сейчас все сделаем. О, стакан. На воздухе. Стаканчик. Да, я же говорю, там летает. Хороший маленький стаканчик. Это приятно. Ту ёкаю рей тень. Та ёкай. Тинь, полдергейс, фантом не найден.
Фантом не найден? Так что... Не найден. Как дом перенесен? Перенесите дневник. Перенесите. А Женя что-то утащил. Женя на своей волне какую-то играет, да? Почему? Нормально все. Женя просто хочет себе забрать дневник. Хочет славу. Опять взял дневник. Нафиг ты его взял? Ой, бля, голый, голый! Привет! Это ты, ублюдок, меня убил. Ублюдок, мать твою, тут теперь игра не на жизнь, а на смерть, понимаешь? Кого солит первым? Угу. Слушай, я не успеваю за ним. Очень быстро. Говна пожар. Слышь, нахера ты передо мной закрываешь дверь? Ну, ты же видишь, я сзади иду, ну. Я не видел, честно. Ну, конечно, не видел. Ты же видел, что поднимался по лестнице. Честно признаешь, не видел. Мы с тобой вдвоем шли. Ты дебильный читер, ты понял? Спасибо. А я не вам говорю, я призраку. Олег. Вот это было сейчас круто, ребят. Что, Олег? А вы... Че, Олег сразу? Вот это он... Вы, ребят, вы видели, что он сделал, да? Что? Он зашел. Во, видишь, как бывает. Кого? Я думаю, раз ты говоришь, я живой, наверное, Женя. Да. Понятно. Женечек. Вы просто, Жень, он два раза заходил к вам. Да, я видел его, он появлялся, я видел его. Да. Здрасте. Кто? Отрыжка? Отрыжка? Кто? Я не расслышал, кто там? Отрыжка? Отрыжка? МПшка, может быть. А, МПшка. С пюрешкой. МПшка с пюрешкой? Да. Давят пюрешку? Да, МПшники. Ну, то есть у нас пока что только огонек. Любимые кафешки. Выдавлю штаны я МПшку, да? Ну, классно. Я вас не хочу расстраивать, но он не задул свечу. Нет. Да он вообще, блядь, какой-то. Бля, да ты море, что ли, урод? Атака пошла. Какого хера-то, блядь? Ну ты говна пожри, урод. Ну, Жень, так он им фору дает. Да? Он голый ходит. Это жопа ходила за мной. Даша, ты на экране ходишь? Да. А что ты за ним ходишь? О, свечку затушил, да, все, здание выполнено. Подожди, а ты что, меня видишь? А на камерах видно тебя, вместе с призраком на пару. Да, так, прикольно. Сидим. Так, молчать! Молчать, люди! Молчать, призрак охотится, мы еще живы. Вы галдите, он, блядь, убьет сейчас нас! Я вас задок... А мы что, мы уже все, мы уже... Я понимаю, но ваш галдеж мешает сосредоточиться. Я вижу, тогда Дашин труп еще больше дезморализ. Просто... Так... Не пох, пох. Да-то он ускорился. Убьют ли тебя, а мне так все пох, пох. Что ты побежал? Слышь, ты, голяк. Репертуар расширяется. Голяк, голяк, ты куда? Все равно, все равно, все равно. Сдохли пох, пох. Все? Все. Да, живой, удивительно. Отлично, это хороший знак, да. Так, ребят, я вам скажу только одно. Он появляется не на кухне. Нет. Ну и пох. А мы, я не буду просто... Нет, вы мне не хотели подсказывать, я вот вам тоже... Ну, конечно, мы тебе не подсказывали, в школе. Короче, вам нужно вещи поближе к гостиной, он встал, вот этой столовой появляется. Я тебя вижу, зачем ты ходишь возле камеры опять? Я просто смотрю... Так, таблетосиков бы бахнуть бы, да? Дневничок просто переложите... Таблеточки будем пить? Давай, да, сейчас я иду. Давай. А он дневник перевернул. Я дневник перевернул. И снова 3 сентября. А кто в доме? В доме... В доме Авемир Рус. В доме. Блин. К сожалению. Не очень хорошо. В доме Хоуми. Он двери ходит открывать. Ребят, просветите ультрафиолетом, он открывает двери. Просветите фиолетом. Сейчас просветим. Просветим? А нету, Даша, зачем светить? Мы просветлим. Тут валяется ультрафиолет, я ж приносила. Тебя просветлю. Так, вон он ходит, я, по-моему, вижу его. Вон он пошел. Ходит и рыгает. Даша за ним пошла. Все, может, у него изжога. Пейте таблетки. Выпили изжога. Пейте... Из жопы? Нож по. Пейте таблетки, проверьте двери, он открывал их. Пейте таблетки, проверьте двери. Таблетосы. Пейте таблетки, проверьте двери. Таблетка? Пейте таблетки, проверьте двери. Женя, выходи ко мне, давай. Он выходит, я там не вижу, он выходит, нет? Выходи сам. А, он идет со второго этажа. Да, я выпил уже. А, выпил? У меня 42, да. А там всего бара. Меня 42, лови. Хочешь таблеточки, тюкнем с тобой вместе? Давай. Я уже выпил просто. Баюзер. Жень, иди сюда, чего ты призрака стесняешься? Осуждаю. А, иду. Выпьем. Давай. Отпечаточки можно чекать? Выпьем, старушка по чарке. Пиво как раз есть. Давай, как пошли. Как называешься чего-то там? Это белый медведь нарисован. Или это не белый медведь? На, Женя, это тебе. О-о-о!
Жень. Первый раз, когда когда я умерла, я видела призрака, он вот так прошел, тут так. Уронил вот эту бутылку и пропал. Вот бутылку, ну, вот ты эту. Ты смотри, а мне нет здесь бутылки. А, вот эта бутылка? Да, вот эту он уронил и сразу пропал. Ну, он пивко хотел? На тебе. Отпечатков вот нет, кстати. О! Посмотрите на первом этаже отпечаточки. Не здесь, а он там трогал шкаф, он заходил в комнату первую, которая возле входа. Я так рад за него, но мне страшно. Привет. Чего тебе страшно? Ну потому что обоссанный призрак какой-то. Ты чему обоссан сразу? Ну, мы еще не знаем. Ну обоссался, все, голый бегает, ну все грязное. Это же логично. Что по показателям? Призрачный огонек и все? Вообще ничего больше. Ребят, перенесите, пожалуйста, дневник. Вы по-рации-то хоть поговорите с ним, что ли? Алло. Так. Где дневник-то? Я не вижу. Да вот валяется. МП надо проверить. Вот, на плиточке. Вот, на плиточке. Can you write on the book? Да подожди. Где? Вот это, бля, я не вижу. Куда его ставить? Куда, Даш? На центр бросай. Он, наверное, положил, чтобы было видно на камере. Вообще по центру стоит. Сейчас он атаканет нас, и все, и жопа. МП надо проверить. Зачем вы опять с таймера поставили дневник? Он ставит, чтобы можно было камеру поставить и увидеть на камере. А как он так кладет? Это какая-то тактика? Наверное. Дюпер какой-то. Написал, все. А, написал, я да. Я думаю, что третью лику сейчас я подумаю. Все. Может быть, МПшка. Так, запись. Это блок. Нет, он не отвечал же, да? Тень. Не, нет. Отвечал. Это так не Юрей. Это Йокай. Тень Хан... не, Ханту, Йокай. Тень, так, Ханту или Йокай? Сейчас узнаем. Так, у нас Юкай, тень, наверное. Юрей, Йокай. Ханту. Вы отпечатки смотрели вообще? Да. А что мы, по-твоему, делали? Не знаю. Мне кажется, попробуйте еще раз радио. Радио пока тоже не было. Это Йокайка. МП5. Температуры уже не было. Остаются тени, а у тени МП5. Похоже на тень. Вы почему думаете, что тень? О, уронил. Да, он уронил? Нет, там ронял что-то было. Я не мог уронить. А не МП-шка? Хотите еще рацию попробовать? Может, хотя рацию попробовать разочек? Да, можно. Попробуйте. Давай. Так найти сначала. Где? А, там валялось. Валяется. Прямо на входе. Радио здесь валяется. Два радио валяется. Да. На входе, ну пошли. На входе. Мне просто полотенце. Кажется, что это не тень. Хотя, может, и тень. Кто-то бросил рацию. Она куда не догонит, может, даже. На входе. Мне кажется, это тоже Йокай. На входе рация. Потому что он так себе ведет. Вот рация валяется. Прямо на полотенце. И вот здесь. Так тут прям в доме валяется, в комнате. По одному зайдите, не заходите вдвоем. Ты тут? Ты добрый? Убитесь. Скажи что-нибудь. Ты далеко? Ты близко? Поговори со мной. Скажи что-нибудь. Старый, молодой, ты парень, ты девочка. Ты тут? Ищите, знаете что? Молодой, старый, ищите... добрый, злой. Да, радиоприемник должен. Походу, глюч. Блять! Ёб твою мать! Ёбаный свет! Я бегу, все, до свидания. Беги, быстро. Какой Олежек пошел, бля? Я уже устал умирать. Олежек, он голый. Бегу! Я куда могу быстрее? Я побежал! Куда, блядь, стой, сука! Пропал. А, все? А что такое? Да. Ну, какой-то странный. Это Йокай. Это додик какой-то. Тебе говорят, Йокай или какие-то додики, реально. А так. Что? Дадизм полный. Кстати, МПшку. Тут уже другого не может быть. МПшку? Не знаю. Че МПшку-то? Почему МПшку-то? А МПшку, Даш, ты же говорила, можно МП увидеть по этому, по табло. Да, проверьте. Такие атаки быстрые. МП проверьте по графику. По графику можно же определить МП, да? По этому машине. Ну да, даже Гранд Каньон, между прочим. Что, радио не работало? Ну, как бы, вроде бы да. Но на тень-то не похоже. Нет. Но у нас другого нет варианта. Давайте тень. Выбирай, что хочешь, короче, мы поехали. Тогда тенюшку ставим, поехали. Сам поехали. Выбирай. Мне кажется, Йокай. Выберите хоть что-нибудь. Что вы хотите, то и выбирайте. Как на базаре. Нет, может и тень. Просто МП мы вообще, по-моему, оно не пищит. Ну, даже интересно, ты видишь, половина не работает почему-то. А может и тень. Мне кажется, не те. Хотя тень. Да. Смотри, какая сволочь. Ты представляешь? Раньше. Причем она напала, когда нас было несколько. Это было красиво. Странно. Это была хорошая качка. Будем прощаться, друзья мои. Угу. Спасибо. Всем. Пока. Кусики. Пока. Удачи. Пока.